Гостям педагоги детского сада номер 2 «Колобок», что в микрорайоне Купеленко, всегда рады, тем более, если это коллеги. Члены ассоциации, руководители образовательных организаций съехали в столицу на Всероссийскую конференцию, посвященную изменениям в федеральной образовательной программе дошкольного образования. На выездной день было запланировано посещение Ленинского городского округа. Мы выбираем любой детский сад, конечно, тот, который как-то отличился, чем-то может поделиться, и, собственно, вывозим наших делегатов. Мы были и в Красногорске, мы были и в Долгопрудном. У нас много сегментов образовательных, то есть не только дошкольная организация, у нас есть сегменты по школам. Около 20 педагогов со всей России приехали в Купеленку для обмена опытом. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада номер 23 «Елочка» Мария Яковец, например, из города Большой Камень Приморского края. Посмотреть, познакомиться с другим опытом работы, узнать что-то новое, полезное, интересное, перенять его и успешно реализовывать в своем регионе и в своем детском саду. Сотрудники детского сада «Колобок» рассказали коллегам, как они организуют психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, а также поделились своими наработками в области физического воспитания и дополнительного образования. Мы хотим окунуть наших гостей в мир робототехники, показать все инновационное оборудование, которое у нас имеется в детском саду и которое мы активно применяем в своей работе. Не обошлось и без музыкальных номеров, которые для гостей приготовили воспитанники детского сада. Затем участников конференции ждала небольшая экскурсия по двум корпусам учреждения, и педагогам было что показать, ведь в 2022 году «Колобок» стал победителем областного конкурса «Лучший детский сад Подмосковья». Воспитатели вместе с ребятами участвуют во многих федеральных проектах и продолжают внедрять в свою деятельность полезные новшества. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.